Здравствуйте, дорогие посетители портала napclub.ru. Как вы знаете, 29 августа, в это воскресенье, проходит первый турнир по StarCraft 2 от непосредственно нас, NapClub. Сейчас я вам покажу, как на нем зарегистрироваться, потому что появилось очень много вопросов. И чтобы все было предельно ясно, я вам все объясню. Мы заходим в браузер, в данном случае это Google Chrome, заходим на страницу NapClub. Сразу видим новость, заходим в нее и переходим непосредственно на сайт турнира. Здесь мы в правом верхнем углу вводим наши логин и пароль с форума NapClub.ru. Входим и появляется у нас такая волшебная штука — личные данные StarCraft. Заходим туда, вводим наши личные данные, в данном случае это ник и идентификационный код на Battle.net нашего персонажа. И также желательно ввести вашу ICQ или Skype, чтобы нам было проще с вами договариваться и обсуждать данный турнир. Нажимаем «Сохранить». И видите, у нас появляется кнопочка «Принять участие». Нажимаем «Принять участие». И наш ник появляется в списке участников. Видите, в фойе. Все, всем спасибо. Ждем вас 29 августа в это воскресенье на нашем великолепном турнире. Все, всем спасибо.